Москве проходила международная выставка «Металлообработка-84», в которой приняли участие более 500 зарубежных фирм. Металлообработка – ключевая отрасль машиностроения, и новейшие достижения в этой области вызвали большой интерес специалистов. В один из дней выставку посетили товарищи Тихонов, Алиев, а также заместители председателя Совета министров СССР. Они подробно ознакомились с лучшими образцами современной металлообрабатывающей техники. Немало уникальных новинок было представлено в экспозиции нашей страны. Советские руководители отметили важность дальнейшего развития социалистической интеграции и кооперации в области металлообработки и роботостроения. За время работы выставки состоялось много полезных деловых встреч. Говорит представитель фирмы Hoffmann из ФРГ Вюст. Последние 25-30 лет наша фирма поддерживает прямые контакты с советскими внешнеторговыми организациями. За эти годы наши связи постоянно развивались и крепли, и теперь наш ежегодный товарооборот составляет порядка 8 миллионов марок. Выставка «Металлообработка-84» явилась важным этапом в укреплении взаимовыгодных экономических связей, которые содействуют развитию дружбы и взаимопонимания между народами.